оптимизмом за здоровый образ жизни. Такой девиз выбирает сегодня молодежь Краснодарского края. 20 июня в Афипском доме культуры стартовал зональный этап краевого фестиваля конкурса подростково-молодежных объединений «Нам жить в России». Коллегам присутствующим хочу сказать огромные слова благодарности за то, что вы объединяете вокруг себя и ведете за собой таких замечательных ребят и даете многим из них путевку в жизнь. Хочу поблагодарить министерство за оказанную честь открывать такой замечательный фестиваль. Он традиционный, он действительно интересный. Открыл мероприятие муниципальный ансамбль «Весна». Фестиваль направлен на формирование активной гражданской позиции, пропаганду здорового образа жизни и воспитание патриотизма у молодежи. В зональном этапе приняли участие 11 коллективов из 10 муниципальных образований края. Сиверский район представили команды Черноморского и Афипского домов культуры. Ребята подготовили визитные карточки и конкурсные программы, а также презентации тематических стендов о деятельности своих клубных объединений.